Магаданском драматическом театре прошел мастер-класс по песенно-танцевальной культуре народов Севера. Цель этнического проекта «Хыбденек» – поддержать творческие коллективы общенационального значения в области культуры и искусства на территории Колымы. Реализуют его на средства гранта президента. Участники изучили фольклорную хореографию коренных народов. Педагоги рассказывали о пластике птиц, животных, ритуальных движениях, то, без чего не обходится ни один такой танец. У нас, во-первых, был первый разогрев, национальный разогрев в стиле северного танца, где мы показывали пластику моржей, китов, медведей, косаток, оленей. А также мы изучили танец подгорловое пение, ритмы тундры. Такие мастер-классы планируют проводить и дальше. Благодаря им представители коренных народов знакомят магаданцев со своим бытом и культурой.